Ну что, два собора мы уже прошли. Господь попустил нам помолиться за силы небесные, сил Архангелу Михаилу, царю Руси, чтобы он нас защитил и управил. Здесь мы сейчас помолились о том, чтобы дал властям нашим, придержащим, силы, мудрость, спокойствие, чтобы силам нашим вооруженным дал мощь и все, что нужно для обеспечения нашего с вами спокойствия. Очень нужно об этом сейчас молиться. Надо вообще просто бы всем взять несколько направлений таких молитвенных и обязательно сделать и молебные, и службы. Но всегда так на Руси поступали, когда беда какая-то приходила, собирались и, в общем, как говорится, силами молились и сохраняли. Ну а теперь идем, конечно, в Успенский собор, потому что защита Матушки Небесной нам нужна. И если мы с вами не помолимся, кто еще помолится? Вот такая красота. Ну, сейчас опять придется разговаривать, как-то отвлекать, как говорится, смотрителя. Но надеюсь, что все Господь попустит нас сюда сходить. Господь помилуй, Господи помилуй. Благослови. Господи помилуй.
Михаила в конях. Ну вот, и Успенский собор нас Бог допустил, помолились, матушке просили заступничество. Давайте теперь сходим в последнюю церковь на резоположение, может и туда удастся.